На початок, тема, якая распалила жарсти до червания. Агульнонациональный страйк мая початься уже завтра. До стачки закликала белорусское объединение рабочих у особи Сергея Делеуского. Активист заявил про подтримание шерегом экспертов и медиа. Прогучали прозвища Дмитрия Балкунца, Андрея Санникова и Натальи Радиной. Категорично ж супраць страйку выказаўся рабочы рух. У народным антыкрызісным управленні Паўла Латушкі і офісе Святланы Ціхановскай заявілі, што выступаюць за, але выключна за страйк прыгатаваны. Гэтым самым намякнуўшы, што паводле іх яшчэ не час. Аднак калі нехта жадае страйкаваць, то яны не могуць перашкаджаць. Мы, беларускае аб'яднанне рабочых, объявляем о начале общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года. На початку тыдня лидер белорусского объединения рабочих Сергей Делеуский обвестил про початок нового массового страйку. У видеозвороте он закликал белорусов не выходить на працу, пока официальные улады не выполнят 10 потребований, обвещенных рабочими еще 30 жнюня. Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу, останемся дома. Так мы отстоим нашу страну и вернем в нее закон и справедливость. Натхнили его на заклик, как признавался сам лидер працовных, редакторка «Харты 97» Наталья Радина, политик Андрей Санников и политолог Дмитрий Балкунец. Такого погляду не поделяя іншая инициатива – «Рабочий рух». Там отзначили, что передумову для страйку теперь нема. «Рабочий рух» захотел долучиться до плану перемоги и сгадал про неудалый досвід летошнего страйку. Нескоординованными деяния для выпрацовывания стачки назвали и шерох інших политиков. Так Светлана Тихановская отзначила, что заява стала для ейной команды нечаканностью. Забастовка – это кропотливая работа. И успех ее зависит не от того, что кто-то из политических лидеров или инициатив ее объявит, а от того, какую ответственность вы возьмете на себя. Керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка отзначил, что особисто не супрать страйку, однако у больш сприяльных умовах. Власна готовость до страйку и магчимые деяния Павел Латушка запропоновал обмерковать на агульной онлайн-сустрече, брать удел у якой Сергей Делеуский не стал. Юлия Лобанова, Белсат. Тема господарства страйку достаткова цікавая и притягивая белорусов. Мы запрашали у наши эфиры на гэтым тыдні представников рабочих с абодвух боков, которые выступают за страйк и супраць его. На гэты эфир спробовали запросить самых разностайных активистов и политиков, которые выступают так само по абодвух боках. Наталья Радина нам отмовила. Павел Латушка вырашил не обмерковывать конфликтную тему у сродках массовой информации. Телефон Андрея Санникова был недосяжный. Довольно долго идти на эфир думали в офисе Светланы Тихановской, але все ж таки погодились. И у вынику маем особо, которые сгодились. Это Валерий Цапкало, претендент у кандидата на президентство Беларуси. Франа Квячорка, старейший дарадца Светланы Тихановской. Витаю с подарства. Франак, чому эта тема такая складанная и конфликтная? Тому что страйк адразу быў абазначаны як одна з асноўных формаў пратэсту. І пачынаючы ад жніўня 2020 года, калі адбылася першая спроба страйку 10 жніўня, потым была другая спроба 26 кастрычніка, і зараз мы падыходзім да трэцяй спробы. І трэцяя спроба павінна быць падрыхтаваная ў дзесяткі, ў сотні разоў лепш, таму што рыхтуемся не толькі мы, рыхтуюцца і Лукашэнка, рыхтуюцца і сілавікі. І страйк гэта не тое, што можна паспрабаваць, атрымаецца, не атрымаецца. Гэта тое, што павінна ахопліваць бальшыню прадпрыемстваў, тое, што рэальна павінна паралізаваць рэжым. Іначай, калі страйк будзе непаспяховы, ён прывядзе проста да чарговай хвалі рэпрэсію. Але спадар Валер, хіба вы лічыце, што страйк будзе паспяховым, бо выступаеце за яго? Я выступаю за все без исключения инициативы, которые приведут к концу этот режим. И чем раньше, тем лучше. Для меня вообще не существовало даже дилеммы поддерживать или не поддерживать инициативу рабочих. Собственно говоря, так же, как для меня и не существовало дилеммы, когда нас с Виктором Бабарыко не зарегистрировали поддержать Светлану, хотя кто-то мог бы говорить о том, что ну пусть она немножко еще подучится, пусть она
поработает в коллективе, научится работать в команде, пусть она хотя бы поруководит небольшими группками людей, но на самом деле мы не слушали такие предложения, на самом деле мы не воспринимали такие аргументы, потому что считали, что наличие самого по себе социального движения гораздо важнее, чем абсентизм, гораздо важнее, чем неучастие в каких-то политических процессах. Собственно говоря, а почему мы не должны были поддержать инициативу рабочих? Я сам работал на заводе, на Минском заводе холодильников, на конвейере. Вот, я понимаю, как думает рабочий. И я сам работал в цеху, когда перебрасывал с цеха сварки на цех покраски холодильники, а потом сам был сварщиком, ну, на сварочном оборудовании работал. Так вот, самая большая проблема у рабочих заключается в том, что ты не только не знаешь позицию того, кто стоит, скажем, выше тебя или ниже тебя по конвейеру, но ты даже не знаешь порой, как зовут этого человека. То, может, давайте послушаем. А задача как раз профсоюзов заключается в том, чтобы найти возможность, как бы они общались. То давайте вот послушаем представника. Если рабочие говорят о том, что господа они Валера. Знают как, я не понимаю, что можно там дальше готовить. Давайте послушаем представников рабочих. Юрий Рававы был у авторок у нашей студии. Говорить про то, что страйк не соспел еще. Вот его слово, власне. Не было докладного плану, об тем, як, ці что. Это такая великая праца, каб побудовать некие структуры, которые подтримливали один одного и ведали на разных предприятиях. И я на не зроблена. И самое ж, когда то, что Сергей этого не усходнил с теми людьми, до яких, до якія мають до его доброе ставлення, якія контактовали з ним и яким ён мусить допомагать, а зараз гэта спроба страйку, это будет просто повтор того, что было год тому. Доволі неоптимістично виказується Юрій Рававий з робочого руху про гэты страйк. Сфадар Валер, ви виступаєте за страйк. А що конкретно ви зробили, каб ён відбився і був удалим? Я поддерживаю страйк. А что конкретно мы сделали, можете сказать, еще для того, чтобы Светлана оказалась там, где она сейчас находится? То же самое, так сказать, вот. Мы поддерживаем все усилия рабочих. Это первое. Второе, знаете, если там кто-то претендует на то, что он там будет президент или там не будет президентом, неважно, почему, собственно говоря, рабочие должны согласовывать с другим рабочим и почему эти рабочие должны согласовывать с какими-то политическими структурами? Это что, по-вашему, если, допустим, какие-то рабочие, там, я не знаю, Люфтганзы, решат объявить забастовку, то что, они должны идти и согласовывать это в правительство Германии или в оппозиционную партию какую-нибудь, там, не знаю, в социал-демократическую? Что за глупости вообще? Но я считаю, что это на самом деле вот эти вот противоречия, которые существуют, это нормальное явление. В рабочем движении есть те, кто более радикально настроен, есть штрейкбрейкеры, которые ищут попытку вести диалог с властью и пытаться убедить других о том, что, ребята, у вас ничего не получится, вы не подготовлены, давай, может быть, ограничимся только экономическими требованиями. Я ни в коей мере не критикую никого. Я говорю, что это просто является естественным процессом в любой демократической стране. Есть более активно настроенные, есть штрейкбрейкеры, есть вообще люди, которые абсолютно безразличны. Но если кто-то в какой-то организации, в каком-то объединении говорит о том, что он готов идти и готовность есть, почему я должен слушать штрейкбрейкеров или какие-то политические силы? Он сам считает, он имеет связь с рабочими, он постоянно этим занимается. Поэтому какое у нас есть основание не доверять Сергею Делевскому? Если он возглавляет большую организацию, если продовер, он своими действиями про довер до Сергея Делевского тут никто не размовляет у даденной ситуации. Тут говорка про взять на себе отказности худшей. Франак, вот у этой ситуации возникает, конечно же, у народа, у комментариях шматликих, у интернете вопрос. Вы говорите, что страйк повинен быть приготованный, але чому за гэты год страйк устяж не приготованный? Кольки потребно годов? 5, а может 10 на приготовление этого страйку?
Я перша хотел погодиться с Валерием, что кожны сам для себе вырашае, якім чынам бунтаваць, пратэставаць, паказваць сваю нязгоду з рэжымам. І калі заўтра будуць людзі, групы, рабочыя, калектывы баставаць, не выходзіць на працу, мы будзем гэта падтрымліваць. Тут пытанне, як мы ставімся да самога закліку баставаць, таму што страйкаваць, оно патрабуе адладжанага механізму, узаемнай камунікацыі, таксама пляну дзеянняў. Калі, напрыклад, выходзіць кіраўнік прадпрыемства, як гэтае патрабаванне рэалізуецца, на што мы згодныя, хто вядзе перамовы ад імя рабочых калектываў. Вось гэта тыя рэчы, якія мы яшчэ не гатовыя прадаставіць, на якія ў нас няма адказу. Чаму няма адказу да гэтага часу і чаму не гатовыя? Прабачце, прайшоў год. Ну, па-першае, тыя лідары страйкавых камітэтаў, яны пасля аб'яўлення перадзабастовачнага стану былі арыштаваныя. Лідары рабочага руху знаходзяцца ў турмах, гэта менавіта тыя, хто рыхтавалі страйк па ўсёй Беларусі. І зараз трэба нейкі час, каб узнавіцца. Памятаем таксама, што ўлады зрабілі ўсё, каб, калі мы кажам пра толькі пра рабочыя калектывы, каб умовы зараз на гэтых рабочых месцах былі максімальна добрыя. Улады плоцяць альбо двайныя зарплаты, робяць даплату прэміяльнымі, задавальняюць усе патрабаванні. Мы камунікуем з міжнароднымі арганізацыямі, прафсаюзамі, яны кажуць, што зараз улады настолькі, і адміністрацыі, і кіраўнікі гэтых заводаў настолькі перапалоханыя магчымасцю страйку, што яны ўсяляк бегаюць за рабочымі, каб, не дай Божа, яны не страйкавалі. Ну і плюс павінен быць трыгер. Павінна быць нейкая падзея. Магчыма, гэтым трыгерам стане збядненне. Магчыма, нейкія дэвальвацыя беларускага рубля раптоўная, як гэта было там 10 год таму назад. Магчыма, гэта будзе рэферэндум і дзень рэферэндума. Тут можа быць шмат фактараў, але яшчэ раз паўтаруся, што ніхто не ведае, як яно адбудзецца. І калі заўтра пачнецца страйк, пачнуцца пратэсты, нам трэба будзе іх падтрымліваць. Але гэта такое, ведаеце, вы ідзеце ўслед за ініцыятывай знізу, але калі называць сябе лідарам, то хіба трэба нейкім чынам весці за сабой людзей? Юрый Рававы, рабочы рух, Сергей Дылеўскі, беларускае аб'яднанне рабочых, гэта ўсё ж такі лідары, якія ёсць тут і цяпер і не знаходзяцца ў турмах. Таксама Святлана Ціхановская пазіцыянуе сябе як лідар дэмакратычнай апазіцыі, то ў чым справа? Тут два моманты. Першае, адразу, ад самага пачатку, наша рэвалюцыя была нізавая і бальшыня ініцыятываў. Гэта і арганізацыя канцэрту, мітынгаў, калі аб'ядналася троіца. Гэта і выхады на вуліцу па пятніцах, суботах, нядзелях, потым пенсіянерскія, студэнцкія маршы па панядзелках, аўторках. Гэта ўсё была ініцыятыва знізу. І наша задача была максімальна даваць энергію, натхненне, пляны, координацию гэтым ініцыятывам знізу. Гэтак сама і зараз, калі мы бачым, што ёсць ініцыятыва знізу, яна ідзе ад рабочых, мы яе павінны падтрымліваць. Але гэта павінна быць сапраўды тое, што ідзе знізу, тое, што абумоўлена, тое, што мае нейкія падставы пад сабой. Зноў жа, мы заўтра нікому не забараняем не выходзіць. Наадварот, мы падтрымліваем, калі хто гатовы заўтра застацца дома. Але не заклікаеце. Але не заклікаем. Але мы і не заклікалі на вулічныя масавыя акцыі, як вы памятаеце. Таксама хацеў бы даць слова Сергею Дылеўскаму з беларускага аб'яднання рабочых, які таксама быў у гэтай студыі на гэтым тыдні, ў сераду, і адказваў на мае пытанні пра магчымае знішчэнне актыву праз гэты страйк на прадпрыемствах і таксама пра раз'яднанасць, якая ўзнікла вакол гэтага страйку. Давайте спадарства паслухаем. До знішчення активних людей, як ви кажете по-білоруську, да? до уничтожения активних людей, до вимивання активів з предприятий приведет не об'явлення общенациональной забастовки, да? А внесення розкола в демократическое движение в актив предприятий. Да? І можна було вже в принципе, вместо того, чтобы пытаться давать какой-то негатив массы, да, в том плане, что мы поддерживаем или мы не поддерживаем, это решение каждого, да, можно было просто взять и скоординировать все свои силы. Чаму гэтыя сілы, як кажа Сергей Дылеўскі, не скаардынаваны? Гаспадар Валера, калі заўтра вось у звязку з гэтай канфрантацыяй рабочыя ўсё будуць сядзець і думаць, што ім рабіць, і страйк не адбудзецца, ці гэта не будзе шкодніцтва вось у гэтым канфлікце? Я так не считаю. Я считаю, что любая активность, социальная активность,
она лучше, чем ее отсутствие. Когда я 8 мая 2020 года заявил о том, что я буду баллотироваться в президенты, было огромное количество критики, называли меня спойлером, считали, что вообще неправильно, что кто-то будет выдвигаться, что надо выборы бойкотировать, потому что они изначально будут недемократичными. Изначально Лукашенко нарисует себе столько процентов голосов, сколько он захочет. В том числе это вот Владимир Мацкевич, мы знаем философа, вот в частности, который критиковал меня очень сильно за это решение. Но я абсолютно убежден в том, что любая активность – это хорошо. И это история 2020 года подтвердила. Я сейчас не знаю готовность рабочих, но я призываю их выступить на забастовку. И сейчас это делать достаточно просто в контексте того, что в России, в Украине, в той же Латвии объявлен локдаун, ситуация с ковидом усложняется. У нас в Беларуси гораздо меньше людей, которые привиты. И сейчас отмазываться от того, чтобы пойти на работу, очень-очень просто. Заботой о более старших, родителях, бабушках, дедушках, в конце концов, всегда можно найти причину, и нечем режиму будет крыть. Поэтому я считаю, что момент в этом смысле нормальный, избран, правильный избран. Но а будет ли это ущербом? Я не знаю, было ли ущербом то, что мы с Виктором Бабарыко, а до этого Сергей Тихановский, все-таки решили начать идти в эту кампанию президентскую, пытаться каким-то образом раскачать ситуацию. Было это ошибкой или не было это ошибкой, судить вам. Ці, Франак, не створаная ситуація для працоўных у Беларусі, калі яны просто знаходзяцца ў стане разгубленасці, калі штабы штосьці там размаўляюць, вырашаюць, не могуць дамовіцца, і людзі просто не ведаюць, што ім рабіць? Ну, не цяжка казаць за ўсіх працоўных. Я думаю, што ёсць тыя групы, якія больш арганізаваныя, падрыхтаваныя. На асобных прадпрыемствах засталіся страйкавыя групы, якія ўзаемадзейнічаюць, маюць свае чаты і пастаянныя сустрэчы. Ёсць больш такія індывідуальныя прадпрыемствы, дзе ёсць шмат-шмат адзінак, якія супраць, але якія паміж сабой не камунікуюць. Кожны сам для сябе вызначае вось гэты ўзровень бяспекі, адкрытасці, публічнасці. Людзі чытаюць розныя паведамленні. Мы бачым, што ёсць дзясяткі розных груп для рабочых у Тэлеграме, некаторыя падпісаныя на суполкі Бора, некаторыя на рабочы рух. Таму я не думаю, што ёсць разгубленасць. Я думаю, што працоўныя за гэты год самі вызначылі для сябе меру гатоўнасці бунтаваць, пратэставаць, страйкаваць. І самі вызначаюць як бы, для сябе там, пазіцію ў дачыненні да страйку 1 лістапада. Я, прабачце, Сергій, просто я не думаю, що тут треба пастух камусьці, каб указваць, куды ісці, калі ісці і так далей. Я думаю, що ми зараз маємо достатково живую громадянську супольність робочий рух, який сам приймає рішення. Пастух у їх акурат ёсць, вони патрабують лідера, за яким можуть пайсці. Пастух кожен день їх там лупіць палками по голові, гэта хіба достатково. Наприканці нашої розмови, спадар Валер, чому люди, які заклікають до страйку, нават не хочуць прийсці ў нашу студію вельмі часта. Ну, а каго вы маеце ў виду? Наталлю Радзіну, якая не захацела прыйсці, напрыклад, у гэтую студію. Андрэй Саннікаў, якога телефон недасяжны. Интересно, ну вы спросите у этих людей там, да, я же пришёл, я же нахожусь в вашей студии, хоть и виртуально, потому что я в другом городе нахожусь, да, но и а что касается позиции других, я думаю, что вы у них спросите, но мне кажется просто, что нашей общей ответственностью, нашей общей обязанностью является поддержка любых инициатив, которые исходят непосредственно от людей. Потому что об уровне готовности или об ожидании, допустим, черного лебедя, черный лебедь не прилетит, если ты к этому не идешь. Это в любом стартапе, в любом деле,
ты должен идти к своей цели, ты должен каким-то образом проявлять активность, разрабатывать продукт, и тебе, может, тогда прилетит. А если ты будешь просто лежать на кровати и ничего не делать, то тебе никакой черный лебедь не появится. Поэтому я думаю, что он и так уже есть. То есть, еще раз подчеркиваю, мы сегодня же не призываем брать ключи гаечные и бить ОМОН. Мы понимаем, что в этой ситуации это, наверное, невозможно. Но пассивная забастовка, которая в том числе вызвана или, может быть, объяснена ситуацией с ковидом, ухудшением и малым количеством привитых людей в Беларуси, мне кажется, что это очень хорошее основание и к рабочему или к инженерно-техническому работнику очень сложно будет придраться, если он не придет на работу, объяснив это обеспокоенностью за здоровье своих более старших родственников. И надо понимать, что у рабочих часто нет отдельных квартир. То есть они живут вместе с родителями, а некоторые, может быть, даже и с бабушками и дедушками. Коли гэта пройдзе у выпадку такой гульні з сістэмай, вы заклікаеце франак, падтрымліваем, але не заклікаем, так? Атрымліваецца дзве такіх вельмі дзесьці падобная пазіцыя, але не зусім дзякуй спадарства за гэтую размову. Валерий Цапкала, Франак Вячорка былі з намі на сувязь.